Острый коготь моды и ключевые цены на маникюр попробуем повнимательнее изучить вместе с фэшн-блогером Марией Новиковой. Мария с нами на прямой связи. Мария, скажите, что же 2000 долларов за маникюр? Это же за что? Здравствуйте. Во-первых, мне кажется, что тут нужно учитывать сам формат мероприятия, плюс, давайте так, маникюр — это не только стоимость, это еще и его работа. Стилист, как мы знаем, был у Джиджи довольно звездный. Ну и также не стоит забывать про желание селебрити попасть в заголовки. Чем дороже маникюр, это отдельный повод для новостей. А что же за стилист у нее такой был? Кто делал маникюр? Может быть, это известное имя? Ну, это довольно известное имя, но, на мой взгляд, оно известно в узких кругах. Так что, если вы придете с фотографией в салон, вам сделают такой маникюр, но намного дешевле. А если вы еще откажетесь от кристаллов, которые были на задней стороне ногтей, и, в общем-то, скорее это так было сделано для Инстаграм-эффекта, это не будет видно в реальной жизни, то все это обойдется еще дешевле. В Москве за сколько могут сделать такой маникюр? Вот один в один, если как у Джиджи. Ну, один в один нужно... Мастера, которые так делают? За креативность тысячи, три, может быть, четыре максимум. Рублей. Думаю, даже дешевле. Угу, да. Понятно. Благодарю вас, Мария. На прямой связи со студией была бьюти-блогер Мария Новикова. Обсудили сногсшибательный маникюр модели Джиджи Хадид за 2000 долларов.